Всем привет, дорогие друзья, с вами Артем Бёрман, канал Art of Visual Orgasm. Сегодня спецвыпуск моего проекта Small Talk, в котором я буду говорить о Мартине Скорсезе. Сегодня, 17 ноября 2022 года, Мартину Скорсезе исполняется 80 лет. Вы только представьте, 80 лет. Из них практически 50 Скорсезе снимает. И, знаете, для меня Мартин всегда был эталоном режиссуры. Он был для меня, наверное, одним из главных ориентиров. Не хочу сказать, что Скорсезе прям вот мой любимый режиссер, но, знаете, он как минимум один из любимых, и он достоин звания самого великого режиссера всех времен. И почему он достоин этого звания, я сегодня с вами и поговорю. Но, знаете, на самом деле, если говорить с самого начала, начать с истоков, то, как я уже сказал, человек снимает почти 50 лет кино. Там «Злые улицы» вышли в 72-м, да, году, если мне память не изменяет. Но, наверное, прям вот именно отчет времени, отчет Скорсезе можно все-таки начинать, наверное, с «Таксиста», да, фильм, который очень сильно повлиял на киноиндустрию, наверное, на мировую, не только на американскую, да, вот этот бум того самого нового независимого кино. Но, знаете, вообще тяжело 50 лет снимать хорошее кино. Это очень тяжело, потому что, знаете, вот я в прошлом выпуске Small Talk, да, который, к сожалению, заблокирован, его можно посмотреть только в Телеграме и на обменнике, в моем Телеграм-канале, где я говорил про фильм «Решение уйти» Пак Чан Ука, и я говорил о том, что Пак снял великолепный фильм «Олдбой», с которым, конечно же, сравнивают все другие картины, но Скорсезе снял не менее огромное количество культовых фильмов, и, конечно же, тяжело что-то снять, еще что-то круче, да, снять, держать вот эту планку. Но знаете, вот из всех, наверное, режиссеров, которые действительно очень давно, так скажем, занимаются кино, снимают кино, наверное, Скорсезе все-таки самый постоянный в какой-то мере, самый такой стабильный, стабильно хорошо снимающий. Потому что когда ты понимаешь, что это фильм Мартина Скорсезе, то ты понимаешь, что это как минимум там 2,5 часа, 3 часа, как в случае ирландца, 3,5 часа хорошего кино. Да, можно сказать, что ирландец — это стариковское кино, но знаете, у Скорсезе есть одна такая черта, которая, наверное, свойственна только великим, я так считаю. Это то, что он всегда снимал только то, во что он верил, и то, что трогало его душу. Не знаю, насколько Хьюго, да, тот самый «Хранитель времени», насколько этот был проект, действительно, насколько он хотел его снимать, но, знаете, все остальные фильмы Скорсезе снимал, потому что они ему нравились, потому что ему трогали эти истории. Это фильмы, которые вряд ли, наверное, имеют какой-то большой коммерческий потенциал, или имели бы его. Все-таки Скорсезе человек, который снимает очень сложное, очень суровое, очень жестокое кино, в котором хэппи-энд, ну, такая себе редкость, я бы сказал. И при этом он оставался верен себе на протяжении всей карьеры. Вот только вот за это вот стоит назвать его великим. Он снимал очень сложные истории о довольно-таки неоднозначных людях и снимает, и надеюсь, что будет снимать. Но, знаете, вот это вот его желание, то, что он принципиально, да, касаемо ирландца, он сказал там, кто там, Парамаунт не дал ему денег, он там сказал, я принципиально буду снимать там с Де Ниро и Джо Пеши. Джо Пеши вернулся в кино, Де Ниро сыграл свою лучшую роль за не знаю сколько лет, и Джо Пеши сыграл свою лучшую роль за не знаю сколько лет. Но об этом мы еще тоже поговорим, про актеров, в частности, вообще актеров в фильмах Скорсезе. Но знаете, какое бы это ни было кино стариковское, можно там долго об этом говорить, но человек делает по кайфу, знаете. И вот вообще в своей жизни я, и, наверное, это то, чему я учился и у Мартина, чувак просто делает по кайфу. Это очень круто. Знаете, я вот по кайфу сейчас сижу и снимаю этот выпуск. Я ставился часа 4 на все вот это, но, знаете, это круто. Это круто, и я думаю, что в какой-то мере я испытываю то, что чувствует Скорсезе, когда снимает свои фильмы. И в этом плане, конечно же, это очень круто, что такое происходит, что есть такой режиссер. Я хочу процитировать сейчас очень важную такую цитату Скорсезе, который сказал ее, он, Мартин сказал ее в мастер-классе по режиссуре, который он делал где-то там в 2018 году. Он сказал, для того, чтобы снимать кино, нужна храбрость, страсть и невежество. И вот эти все три компонента, они, наверное, в Скорсезе были всегда. И, наверное, в самых ранних его фильмах
до самых поздних. Это действительно человек очень увлеченный, очень страстный, и это видно по каждой его кинокартине. И об этом мы, конечно же, тоже сегодня поговорим. И он действительно храбрый, знаете, даже сейчас, когда тебе 80 лет, знаете, ну, блин, я, честно говоря, знаю, что такое старость, у меня бабушки там 87 как бы сейчас, ну, я знаю, что такое 80 лет, что это реально, это очень сложный возраст, действительно тяжело, несмотря, можно говорить много про медицину, какая современная медицина, как много она может, но знаете, что все равно, даже 80 лет не потерять вкус жизни, не потерять вкус к тому, что ты делаешь на протяжении там 50 лет, ну, это, знаете, это вообще, честно говоря, ну, дорогого стоит, в моем понимании. Я действительно думаю, что это, конечно, ну, для меня это подвиг. Я не знаю, что будет у меня, чем я буду заниматься, но, знаете, когда ты 50 лет, как неиссякаемый фонтан, и, знаете, если я вот смотрел бэкстейджи ирландцев, вы просто посмотрите эти бэкстейджи, посмотрите на него, это человек, которому тогда было... Ну, каком он снимал там, правда, там, в 2017-2018 там просто долгий постпродакшн был. И посмотрите, как этот чувак просто увлеченный. Это просто, я не могу сказать, что он дед. Это действительно юноша в теле дедушки. И он действительно, у него такие же горящие глаза, как, наверное, были у него там и на Злых улицах, и как были у него в Таксисте. Он все такой же увлеченный человек, бесконечно, наверное, преданных кино, которых, наверное, надо поискать. Наверное, такой преданности кино, и так много, что сделали Кидона Скорсезе, начиная там, не знаю, от реставрации картин, допустим, все вы знаете фильм «Якуба» Сергея Усевского, например, и Михаила Колотозова. Этот фильм вообще, который все забыли, был на задворках, и Скорсезе один из тех, кто этот фильм вытащил наружу и вообще, по сути, про него рассказал заново, открыл его заново миру. Поэтому, конечно, все, что касается вот такой документальной даже деятельности, точки зрения деятельности как какого-то кинодеятеля, Скорсезе тоже огромный, конечно, имеет вес, и об этом тоже, я думаю, мы сегодня поговорим. И, конечно же, страсть и храбрость ему не занимать, да. Ну и невежество, под невежество тоже он имеет в виду то, что делать то, что наперекор другим, делать не то, что ждут от тебя. Не ждет от тебя там индустрии там, и так далее. То есть это те фильмы, которые он снимал, те фильмы, которые довольно суровые, жестокие, и которым, наверное, хэппи-энд не так часто можно встретить, а скорее там очень прям такие очень жесткие финалы, которые я очень люблю называть испепеляющими, когда ты понимаешь, что все, это полный пиздец, и дальше уже некуда. Начать хочется с того, почему, собственно говоря, Скорсезе вот величайший режиссер всех времен, по моему мнению, да и не только, я думаю, по моему. Я пересмотрел несколько фильмов Скорсезе и понял, что, знаете, вот он такой режиссер-романист, вот он пишет романы, он не снимает кино, он скорее какие-то визуальные романы показывает, я не знаю, как это точно сказать, потому что, когда ты смотришь фильм Скорсезе, это все-таки фильмы, которые сочетают в себе два очень важных момента, это эпичность и личность. Они сняты очень эпично и очень лично при этом. Это, знаете, это очень сложная история. И это, наверное, то, что его выделяет от многих. Если посмотреть первый мой Small Talk, где я обсуждал сериал «Властелин колец», точнее, «Кольца власти», да, и сравнивал с «Властелином кольцом», с «Властелином колец», да, Питера Джексона, я говорил о том, что как важно в фэнтези создание мира, да, как важно создать окружение, в которое ты веришь, как показать его объем и масштаб. Это очень важная работа. Я говорил о том, что посмотрите на второй план, чтобы понять, насколько хороший фильм. Потому что как там костюмы на втором плане сделаны, как построены декорации, как это, насколько все это масштабно, эпично. И вот у Скорсезе это, конечно, просто каких-то заоблачных высот продумано, разыграно, показано. Это каждый раз ты смотришь этот мир, ты знаете, вот почему я сравниваю с романом. Потому что когда вы читаете, у вас там появляются определенные образы, да? Вы начинаете представлять этот мир, да, когда вы видите эти описания, которые сразу же навевают в вас образы. Вот Скорсезе, он такой, он тоже создает этот огромный мир. Знаете, он, там вот прям чувствуется детализация в этих его кинокартинах. Он может показать такие широкие общаки, и знаете, ты думаешь, блин, ну такого даже в суперкрутых блокбастерах нет. Вообще, кстати, бюджеты фильма Скорсезе, они вообще многие сопоставимы реально с бюджетами больших блокбастеров, и в принципе это показано в его фильмах, понятно почему, потому что действительно они очень эпично сняты. Он очень хорошо умеет снимать массовые сцены, огромные сцены драк. Мне очень нравится сцена, вот если мы говорим про эпос, такой про эпичность, и мне очень нравится вступительная сцена
Банд Нью-Йорка, вот это вот месиво, она офигенно смонтирована Тельма из Кунмейкера, о которой мы тоже немного сегодня, конечно, поговорим, просто без нее, наверное, тяжело вообще говорить про Скорсезе, но вот то, что как там все сделано, какая там эпичность, как там все широко показано. Я говорил в смолтоке про «Властелин колец», что чем шире ты показываешь план, чем более широкие планы у тебя, да, чем более общие планы, тем, соответственно, ты показываешь... Зритель больше верит в этот мир, потому что он видит, что у него, так скажем, его масштабы, его границы настолько велики. И когда ты смотришь все вот это, «Банды Нью-Йорка», все это же отстроено было, это реально отстроенный интерьер, там, я не знаю, где они строили, там, в павильоне, на натуре, не важно. Но ты видишь этот огромный мир, и то, что там все живет, у Скорсезе всегда все живет, об этом мы тоже поговорим. В каждом фильме ты видишь на заднем плане жизнь, и это очень круто. Это как раз показывает, это, я говорю опять же, второй план показывает, насколько хорош фильм вообще, потому что насколько человек щепетилен в этих вещах. Скорсезе очень щепетилен в этих вещах. Разумеется, что не все он там придумывает, да? Но все равно какой-то концепт ты должен понимать и должен это делать. И, конечно же, мне вспоминается здесь великолепная сцена в клубе, это самая проходка на сколько там, 5 минут, что ли, 7, я уже себе не помню сколько, 4,5, что ли. Та самая проходка в «Славных парнях» в клуб. И это, конечно, очень эпичный шот, который вообще, на самом деле, очень сложно снятый, потому что, во-первых, там есть экстерьерная сцена, потом внутри интерьерная, то есть персонажи идут с улицы. Хорошо, что там, конечно, вечерняя смена, немного проще это снимать, да, то есть это надо все проэкспонировать. Но посмотрите, как это снята проходка. Мы видим героев со спины почти весь кадр. Но они, во-первых, постоянно меняются направление движения. Все эти коридоры, это все не просто так, эти повороты. Потому что когда ты видишь монотонный кадр, в котором персонажи идут тупо вперед-назад, без поворотов, то ты начинаешь это проедаться. У тебя появляется ощущение, что это статичный кадр, в котором меняется фон. А здесь постоянные повороты, коридоры то узкие, то это, идет через кухню. Обратите внимание, как люди перед камерой проходят, как эта кухня движется, как персонажи там берут еду, как этот... Генри там дает денег одному, там поздоровается с другим, пару фраз перекинется с третьим. И это все делает этот мир живым, потому что персонажи, они взаимодействуют с этим окружением, окружение взаимодействует с ними, окружение живет своей жизнью. Потому что, знаете, в кино вот нет ничего хуже, когда ты видишь художку, которая прям вот чувствует, что ее прям условно говоря только из Икеи привезли. В ней нет фактуры, в ней нет ощущения, что она жила какое-то время. И ты понимаешь, что да, чуваки просто, блин, перед сменой купили там, условно говоря, шкаф, его поставили, и не, там он идеальный. Ну, такого же жизни не бывает же. Все равно, да, какое-то время мебель стоит. Ну, если это не новая квартира, да, вот здесь так же. То есть этот мир, это окружение Скорсезе, ты чувствуешь, как оно живет, блин, своей жизнью. Это офигенно. И это отличает, еще раз, хорошее кино от плохого. И затем, когда они выходят, да, к столикам, причем это все воспоминания Скорсезе, он рассказывал, что он как раз жил в момент вот этих всех итальянских бандитов, как они выносили столик, это все, и как это все сыграно, разыграно, как идут панорамы камеры, там, человек показывает в сторону, типа, бутылку вам привезли, херак панорамы его подхватывают. Мотивация движения, как это все построено, но это просто скорсезовский уникальный стадикам, которым он славится, в принципе. И которым он достиг невероятного совершенства во всех своих работах. И, наверное, ну вот этот вот шот, конечно же, он самый такой известный в этом плане, потому что это, наверное, самый длинный шот Скорсезе из всех, что были. Но эта вся эпичность, это, конечно, потрясающих масштабов, но при этом Скорсезе, знаете, он очень сильный визионер, да, ну, он блестящий визуал, конечно. Но, знаете, в его фильмах есть... кое-что еще. Вот это измерение личности. Мы сейчас поговорили про эпичность, а мы сейчас про личность будем говорить. Вот это личное измерение. Знаете, вот каждый фильм можно быть блестящим визуалом, можно быть там, не знаю, просто там... Я даже не знаю, с кем сравнить. Кого бы взять в пример, но, знаете, в фильме все равно должна быть душа. Бывают фильмы, которые, ну, в них есть все красиво, все хорошо, но в них не хватает какой-то такой, знаете, жизни, какой-то души. И вот, ну вот в фильме Скорсезе душа есть, потому что он берет героев, которые действительно похожи на людей. И это, наверное,
для меня лично в кино это, наверное, самое интересное, потому что его персонажи, они неоднозначные. Они не являются каким-то таким ярко выраженными хорошими парнями или плохими парнями. Вот как сказать, вот, не знаю, Трэвис Бикл, да, из «Таксиста», вот он герой или антигерой? Вот для меня это, на самом деле, остается загадкой. Я не могу определенно сказать, что он герой, я не могу определенно сказать, что он антигерой. Но самое главное, что Трэвис Бикл сам не знает, кто он. Он очень, по крайней мере, до момента, наверное, финальной сцены, когда он встречается с этой девушкой, которую Сидни Шепард играет, и я забыл, как ее зовут в фильме. И когда он едет, она... И это очень, кстати, крутая сцена, которой я очень долгое время не придавал большое значение. Дело в том, что, блин, он после того, как он стал вот этим героем, да, после того, как он, значит, убил там банду людей, которые занимались этой проституцией, она к нему приклеилась, хотя ранее от него ушла, но сейчас-то он, типа, крутой, теперь он вырос там, сейчас медийно подрос, как говорится, и сейчас она пытается к нему подкатить, потому что он стал крутым таким, а раньше он ей нахер был не нужен, но он там эксперимент, он сам-то, в принципе, там своеобразно себя вел, да, когда в порно кинотеатр повел ее смотреть. Но это прикольно, то, что вот эта сцена, она довольно тонко сыграна была, и все-таки я не обращал внимания, это действительно прикольно, это было круто. И когда он ее все-таки довозит и оставляет, она, судя по всему, принципиально хотела именно в его такси, это очень интересно. И, конечно же, это очень тонко, и это, блин, ну, это достойно. Достойно уважения. И вот если взять даже вот фильм «Банда Нью-Йорка», я вот как раз недавно пересмотрел, понятна мотивация героя Ди Каприо, да, Амстердама. Он хочет отомстить за отца. Но не могу сказать, что при всей такой, скажем, ярко выраженной вроде антигеройности, ярко выраженного антагониста, который играет Билл, да, Билл Бутчер, ну, не Билл Бутчер, точнее, Билл, да, мясник, который играет великолепно, гениальнейший, наверное, главный актер всех времен народов Дэниэль Дэ-Льюис. И знаете, вот как раз вот эти все эпичные сцены, которые мы видим, и в том числе в «Бандах Нью-Йорка», они очень хорошо сочетаются с очень личными сценами. И мне вот здесь очень нравится сцена, где Билл приходит к Амстердаму, да, к герою Ди Каприо посреди ночи, потому что он не может уснуть. И там очень трогательная сцена, которая на самом деле с таким очень классным напряжением, который как раз-таки Билл рассказывает про убийство отца, этого священника отца Амстердама. И там Ди Каприо хорош, да, он закрывается. Мы видим, как он сидит с точки зрения чуть-чуть зажат, да, он на руки в боки, он сидит чуть полубоком и не смотрит на Билла, потому что, во-первых, он, скорее всего, чувствует этот гнев, да, за то, что он убил его отца, потом он чувствует, что боится, что себя выдать, и это тоже, кстати, видно, это отлично тоже сыграно. I killed the last honorable man 15 years ago. Since then, you've seen his portrait downstairs? Mm-hmm. Is your mouth all glued up with carny juice? I asked you a question. I said I seen it, sir. Oh, you got a murderous rage in you, and I like it. Oh, it's life. Но здесь мне нравится Дэ-Льюис, который говорит о том, что он впервые становится, знаете, человеком в этой сцене, и он говорит о том, что у меня никогда не было сына, и ты понимаешь, что он такой же человек, и на людях он совсем другой, он такой прям весь из себя такой прям активный, такой прям боец, такой там это, а здесь он какой-то, знаете, очень человечный этот диалог. И ты понимаешь, что, блин, ну он такой же человек, черт возьми. I never had a son. Civilization is crumbling. You.
Да, он может быть несовершенный, да, он не идеален, но он, например, очень уважал священника, он его чтит его память, он не стал убивать сына, да, то есть он его тоже отпустил и сказал, что типа там в первой сцене, что он должен получить лучшее образование, стать хорошим человеком. И вот это уважение, которое он проявляет, и даже уважение в том, что он не убил Амстердам и не убил Геро Ди Каприо, а лишь его сослал, он сказал, что я не могу его убить. И, скорее всего, мне кажется, что он не мог его убить, потому что он чувствовал к нему эти отцовские чувства. И забавно, что сам Геро Ди Каприо уже спасает, по сути, от смерти героя Де Льюиса, хотя, по идее бы, ну что бы ему стало, ну убили бы его и убили. Потому что, знаете, он это как-то делает, мне кажется, на автомате, и он понимает, что действительно какие-то отеческие чувства к нему проявились, отца ему не хватает, и его главный враг становится, по сути, его отцом, они становятся все ближе, и, в принципе, Билл начинает ценить Амстердама, да, и получается такая очень интересная вещь, что твой главный враг становится твоим чуть не самым близким другом. И это тоже определенное добавляет определенную глубину, да, фильму. И это очеловечивает образ антагониста. Он уже не становится таким, знаете, таким убийцей, кровопийцей. И, в принципе, в фильмах Скорсезе очень тяжело сказать, что вот этот прям вот яркий антагонист. Потому что Скорсезе, в моем понимании, он пытается видеть в людях людей, да. Потому что и главный герой там определенные слабости имеет, и там не главный герой. И в этом как раз, мне кажется, вообще залог хорошего кино, в моем понимании, я думаю, в понимании Мартина также, что все-таки главное это все-таки люди. И именно вот эти слабости, эта неидеальность, которая там есть, там, возможно, в фильмах там, супергеройских, где мы видим идеальных там героев, которые прям вот прям все из себя образец для подражания. А в фильмах Скорсезе мы видим людей со своими слабостями, со своими зависимостями, да, которые, в принципе, почти все фильмы Скорсезе, в том числе, так или иначе, с зависимостями связаны. И знаете, вот в каждом фильме Скорсезе есть огромная драма, прям колоссальная прям драма, прям драма-драма. И эта драма – это персонаж. Этот раздираемый человеком этот внутренний конфликт. Даже конфликт там в «Бандах Нью-Йорка», то, что Билл становится очень близким человеком для Амстердама. Если мы возьмем какой-нибудь «Славных парней», да, Генри проходит огромный путь, и в итоге, да, из грязи в князи выбился, а потом в грязи опять остается, да. И смысл в том, а что, стоило ли вообще всего этого? Стоило ли вообще всего, чтобы опять стать вот этим вот типичным американцем, типичным представителем среднего класса, с которым ничего не происходит, который ведет эту затхлую жизнь и поднимает газетки с утра. Это все, что ему остается. Можно вспомнить того же ирландца, который меня необычайно тронул. Это финальная сцена, в которой герой Де Ниро уже старик, да, который уже все там умерли, да, он опять не сдает, он живет по всем этим понятиям. И в конце он говорит... Father? Yep. Do me a favor. Mm-hmm. Don't shut the door all the way. I don't like that. Just leave it open a little bit. Okay. И мы видим этот перстень, мы видим всего этого героя, который раньше был таким решалом, который был там на коне, а сейчас он, знаете, он ничего не может уже. И старость его забирает его силы, его жизнь. Он посрался с детьми, он не смог, не сможет восстановить отношения. И это большая драма человека, который выбрал, ну, другой, так скажем, путь. И это вот эта фраза, которая «Отец, только не закрывайте дверь, все, что ему только осталось», это, знаете, это очень сильно для меня было. Так же, как очень сильно был момент, когда герой Де Ниро убивает героя Аль Пачино, и потом звонит его жена, и здесь прям вот это тот самый Де Ниро, которого мы любим, тот самый непредсказуемый, великолепный Де Ниро, там длинный кадр, чуть не секунд 30, по-моему, и он молчит, и он говорит о том, что все нормально, но мы понимаем, что произошло, он убил там своего лучшего друга. И это, конечно, прям вот большая драма, да, и несмотря на то, что вроде как он убийца, вроде как человек, который красил дома, да, вроде как убивает людей, но в нем есть жизнь, в нем есть это чувство, что он все-таки человек, он такой же, как мы,
Возможно, он заблудился, возможно, он ошибся. Но знаете, вот это ощущение, оно и всегда есть в фильмах Скорсезе. Неважно, какой ты герой, там, антагонист, протагонист или кто-то еще. В нем, в фильмах Скорсезе, живые люди. И это классно. Это очень круто, потому что, на мой взгляд, если ты хочешь поверить в мир, ты должен верить в этих персонажей, верить в их ситуации, верить в то, что они такие же люди. Но мы не идеальны все. Мы все не идеальны и никогда не будем идеальными. Для кого-то, может быть, даже для кого-то мы идеальны, для кого-то мы не идеальны. Мы совершаем те поступки, которые совершаем, и несем за них последствия. И вот как раз-таки вот это, мне кажется, в фильме Скорсезе очень хорошо видна эта грань того, что за последствия, за твоими действиями всегда следуют последствия. Мне кажется, все построено на этих последствиях, и это очень круто. И ты понимаешь, что да, человек идет по такой, скажем, не очень хорошей дорожке, может быть, но все равно последствия его настигают. Также можно вспомнить Бешеного быка, да, когда человек превращается, когда он тоже был такой на коне, а в конце он так становится таким неуютным, таким каким-то слабым, мягким. И он прожил ту жизнь, всю эту жестокость, и в конце ему ничего не остается. Можно вспомнить Авиатора в конце, мне тоже очень тронул этот момент, когда он пытался бороться с собой, и в конце мы видим его отражение в зеркале, и мы все понимаем просто без лишних слов. Мне очень нравится концовка «Молчание». Вообще считаю, просто супер недооцененный фильм. Очень жаль, что почему-то он получил так мало внимания, хотя, на мой взгляд, вообще, наверное, один из самых красивых фильмов Скорсезе. И это великолепная работа Родриго Приета, оператора-постановщика. И это очень классный фильм. Мне очень понравилась концовка, когда встает такая проблема морального выбора из двух зол. Это момент, когда главный герой, да, Эндрю Гарфилд. Там очень суровая казнь, да, человека там отрезали людей, подвешивали вверх головой вниз, и типа там это очень какая-то жестокая смерть, там, типа, которая наступает прямо в каких-то муках. И дело в том, что Гарфилд, да, ему сказали, типа, отрекись от своей веры, но он не отрекался. У него была гордыня, потому что он сказал, но он не мог отречься. И тут, в этот момент, когда он видит вот это то, что люди страдают из-за него, он понимает, что это его гордыня не позволяет ему быть чем-то выше, быть более, так скажем, духовным, да? И он все-таки соглашается, отрекается от своей веры во имя спасения людей. И, в принципе, это в какой-то мере это то, что сделал Христос. Я хочу сказать, что я вообще не набожный человек и так далее. Я не мечтаю стать священником, как Скорсезе. Возможно, вы знаете, что Скорсезе мечтал стать священником. И вообще тема религии очень глубока в его фильмах. Я вообще, ну знаете, вот несмотря на то, что я далекий очень от религии человек и этого всего мифотворчества, на мой взгляд, ну знаете, когда вот концовка фильма, когда мы видим человека, который типа отрекся от веры, мы видим в конце, да, вот этот шот очень красивый, когда мы видим, камера заходит в гроб, и мы видим, как в руках персонажа Гарфилда оказался этот деревянный крест, мы понимаем, что он все-таки веру не потерял. Что, знаете, есть такое выражение «верит в крест, а не в того, кто на кресте». Есть такое выражение, и оно, мне кажется, хорошо здесь подходит, потому что человек, он не потерял свою веру тем, что он отрекся от нее, тем, что он публично это сделал. Потому что наши убеждения, наши ценности – это в первую очередь наше личное там, состояние, достояние, и они остаются с нами до конца своих дней, несмотря на то, что мы там можем говорить или, не знаю, высказывать и так далее. И это тоже было очень трогательно. Что тут сказать по поводу, конечно, «Отступников». Про «Отступники» вообще хочется отдельно поговорить, потому что это мой любимый фильм Скорсезе, но посмотрите, как в «Отступниках», да? Оба погибают, и условный хороший коп, и условный плохой коп. Оба персонажа в конце погибают, и это тоже довольно-таки жестокая концовка, особенно когда герой Ди Каприо умирает, ты думаешь, блин, ну вот это жесть. То есть Скорсезе убил Куинена, да, вот этого персонажа Мартина Шина, который являлся, наверное, один из самых приятных персонажей всех, что там был. Потом он убивает Ди Каприо, который вот все вот эти муки, которые все эти страдания, всю вот эту сложность работы двойным агентом. И затем
в самом конце расплата достигает и героя Мэтта Дэймона, хотя казалось бы уже все, казалось бы, что он, не, что он уйдет от возмездия. И вот в конце убивает персонаж Марка Уолберга. Кстати, там еще интересный момент, идет потом панорама камеры на балкончик, и по балкончику пробегают крысы. Это как раз-таки очень символично, потому что, если вы помните, что весь фильм, по сути, повязан на том, чтобы поймать крысу, то есть того человека, который стучит, да, с противоположной стороны, как раз вот этих двойных агентов. Также в «Таксисте» хочется вспомнить сцену вот в красных, такой, в красном таком свете, когда Трэвис общается с другим таксистом. Это такой очень, знаете, вот эти диалоги, как раз вот этот диалог, который я уже упоминал между Биллом и Амстердамом в «Бандах Нью-Йорка», и вот этот диалог тоже из «Таксиста», где Трэвис разговаривает с другим более таким опытным товарищем. Well, I know you and I ain't talked too much, you know. Yeah. But you know, I figure you've been around a lot, so you could... Yeah, shoot, that's why they call me the wizard. I got... It's just that I got a... Things got you down? Yeah. Yeah, that's the best of... Yeah, it got me real down, real... I just want to go out and you know, like really, really, really do something. И они говорят о том, что такой очень экзистенциальный разговор, и, типа, чувак ему говорит, типа, слушай, да ты еще просто молодой, я тоже так думаю, знаете, там такой очень личный, такой интересный диалог, в котором вроде ничего не происходит, знаете, но в нем есть какая-то жизнь, в нем есть что-то такое теплое, что-то такое человеческое, знаете, и это вот это же человеческое, оно вот во всех фильмах Скорсезе вот прям красной нитью проходит, и вот это очень круто. Go on, get laid. Get drunk, you know, do anything. Because you got no choice anyway. I mean, we're all fucked. More or less, you know. I don't know, that's about the dumbest thing I ever heard. Not Bertrand Russell, but what do you want? I'm a cabbie, you know? What do I know? I mean, I don't even know what the fuck you're talking about. I don't know, maybe I don't know either. Теперь я хочу поговорить еще об одной интересной вещи. Это актерская игра в скорсезовских фильмах. В принципе, я вообще на канале много говорю об актерской игре, кино, и уделяю этому аспекту очень важное значение, потому что для меня актерская игра — это вообще очень большая доля режиссуры, наверное, большая доля режиссуры. И здесь Скорсезе, конечно же, ну, Скорсезе тут, наверное, один из лучших, как минимум, если не лучший. Я сейчас хочу процитировать Харви Кейтеля, с которым Скорсезе уже 50 лет, по сути, работает, и со «Злых улиц», он очень-очень давно с ним работает, и хочется мне зачитать эту цитату, которая, мне кажется, лучшим образом раскрывает Скорсезе, как он взаимодействует с актерами. «Когда я встретил Марти, я остро осознал, что встретил частичку себя. Я получил возможность лучше себя узнать с Марти. Наша работа никогда не была просто «пойди туда, а там повернись». Самое главное было найти то, что нам было нужно, внутри меня самого». Эти слова вот лучшим способом раскрывают вообще, наверное, актерскую, режиссерскую работу с актерами, ну и работу Скорсезе с актерами. Действительно, много можно найти, так скажем, подтверждений тому, что Скорсезе был очень открыт к актерам. Он всегда говорил им о том, что всегда давал им играть, он не ограничивал их. Он не ставил им те установки, которые часто можно слышать. Сыграй грусть, там, радость и так далее. Это вещи, которые невозможно сыграть. Я об этом довольно много говорил. Дело не в эмоциях. Актер играет ситуацию, конкретную ситуацию, в которой он оказался. А когда он играет эмоции, он начинает играть представление об эмоции. Важно, чтобы актер понимал, кто его герой, и думал о том, как его персонаж будет думать в этих обстоятельствах, в которых он находится в конкретном моменте истории, в конкретной сцене или, быть может, даже в конкретном кадре. И как раз Харви Кейтель говорит о том, что было нужно внутри меня самого. То есть он исходил, работает от актеров, пытается
найти идею, которая сможет им помочь сыграть правдоподобно. И если посмотреть вообще все фильмы, то они все очень актерские фильмы. Конечно же, здесь нельзя пройти мимо Де Ниро. Но Де Ниро – это бог. Это бог, несмотря на то, что в последнее время, может быть, он не так хороший, мало снимается, и, наверное, в таких фильмах очень таких, скажем так, противоречивых. Но знаете, у Скорсезе он преображается. И вот, несмотря на все последние его роли, как он сыграл в «Ирландце», это была лучшая версия Де Ниро за последние там несколько лет, наверное, не знаю, с какого момента взять уже конкретно именно. Наверное, лет, может даже лет за 15. Потому что, знаете, у Скорсезе вообще нельзя делать что-то плохо. Это, наверное, можно вообще про все сказать, про все моменты в фильмах Скорсезе. У него всегда отличные художники и отличные актеры, великолепные операторы абсолютно все с самых первых фильмов. И, знаете, это не просто так. Это не просто стечение обстоятельств. Я вот в этом плане, в обычное стечение обстоятельств я не верю. Это просто умение человека работать с людьми. Это его страсть, которая людей пленяет, которая людей заставляет работать с ним и заставляет выдавать свой лучший результат. Это не так просто, как, возможно, кажется. Особенно те из вас, кто хоть раз в жизни снимал, я думаю, это понимают, что нужно уметь работать с людьми, уметь понимать их, уметь им давать нужные указания, уметь их вдохновлять, быть самим этим огнем, который зажжет пламя съемочной группы. И вот я говорю, что по бэкстейджам Скорсезе вот он именно таков. И мне всегда было интересно. Я видел некоторые бэкстейджи, знаете, вот чаще всего он очень расслабленный. Понятно, что бэкстейджи, которые я видел, они все-таки, ну, наверное, уже там, ему уже все-таки, он уже многое количество фильмов снял, он уже может себе позволить, ему, наверное, легче. Но он на невероятном расслабоне, он всегда там шутит с командой, там, там что-то там, какие-то шуточки, прибавуточки общаются, там все улыбаются. Знаете, это очень круто. Это невероятно круто, потому что режиссер, он должен быть таким. Все-таки он должен быть таким компанейским человеком. Знаете, всегда приятно работать с человеком, который улыбается и шутит. Это создает атмосферу. Неважно, у вас супер драматичная сцена, в которой сейчас персонажа убьют, или наоборот, но все равно, когда ты такой на позитиве, все равно ты людей к себе располагаешь. И не знаю, насколько это действительно отыгранная роль, или это действительно Скорсезе так себя воспринимает в процесс съемок, хотя не знаю, я слабо себе представляю режиссеров, которые любят съемки. Обычно это, конечно, все ад, и когда ты понимаешь, что все, что ты планировал, не получается. Но все-таки это тоже опыт, это тоже процесс, который должен доставлять удовольствие, иначе все-таки зачем его делать. Но возможно, что и действительно ему это все настолько нравится, и он так любит это дело, в том числе и съемки, хотя, конечно, черт его знает. Но это заряжает. Это реально заряжает людей. И в его фильмах, я говорю, что люди совсем преобразуются. В его фильмах ты видишь как будто других актеров. И это не просто так, это точно. В этом есть рука мастера, которая направляет в нужную сторону. На самом деле, получить фильм Де Льюиса даже в 2002 году, а сейчас это вообще уже невозможно, да, как он завершил карьеру. Но Де Льюис очень избирательный к ролям, был всегда практически, ну, с 90-х годов как минимум. И если он хотел сыграть, то сыграл у Скорсезе, значит, оно того стоит. Причем, по-моему, дважды, в «Эпоху невинности» он тоже играл. Ну, знаете, это дорого стоит. Получить Де Льюиса в свой фильм, это, конечно, мечта, наверное, любого режиссера. И, конечно, это актер, который не пойдет к какому-то режиссеру, в которого он не верит. И в этом плане, конечно же, можно посмотреть на всех остальных. Да, про Ди Каприо. Вы, возможно, знаете эту историю, что, по сути, Ди Каприо, Скорсезе вытащил Ди Каприо из такой сложной ситуации. Как раз после «Титаника» у Лео был спад, и как раз банда Нью-Йорка вдохнули в него новую жизнь. И это и получилась такая дружба, начало такой хорошей дружбы, которая продлилась там, уже не продлилась, она идет, да, уже сколько лет, и в новом фильме
Скорсезе, о котором мы тоже немножко поговорим, чуть-чуть совсем, наверное, «Убийца цветочной луны» он называется, и там будет играть Ди Каприо и Де Ниро. И это, кстати говоря, это просто бомба, конечно. Но знаете, что хочется сказать еще несколько историй, чтобы немножко, так скажем, сделать более легкую атмосферу. Есть две интересные истории, которые мне очень нравятся. Первая – это история, связанная с таксистом Скорсезе. И это вот отличная история того, что как актер, который хочет преуспеть в своем мастерстве, да, должен действовать. Де Ниро, возможно, это тоже вы знаете, Де Ниро, когда готовился к съемке фильма «Таксист», он сам таксовал специально. Он не спал по ночам и таксовал, как его персонаж. Он пытался понять вот эти ощущения. Это, на самом деле, это очень круто. И все крутые актеры этим занимаются. Они пытаются понять, как думает персонаж, как действует, да. И Де Ниро не просто ездил, он реально таксовал. Он реально был таксистом, он получил лицензию таксиста. И на минуточку, это человек, который выиграл Оскар. То есть это 76-й год. Но я не знаю, в 76-м вышел «Таксист», возможно, он таксовал в 75-м, я не знаю, как там было. Но смысл в том, что у Де Ниро к тому времени был Оскар за лучшую мужскую роль второго плана, который он получил за Дона Корлеоне из сиквела «Крестного отца». То есть вы понимаете, да? Чувак с Оскаром таксует по улицам Нью-Йорка. Да? Внимание, по улицам Нью-Йорка. И в какой-то момент случилась история, что таксовал как-то Боб, и к нему подсел в такси какой-то известный актер. И он, и, естественно, актер узнал Де Ниро. И говорит ему: «Бобби, господи, что они с тобой делают? Как такое возможно? Ты же получил Оскар! Как ты? Что, у тебя нет работы? Как ты дошел до этого?» Де Ниро пытался его уговорить и сказать, что: «Слушай, да я к роли готовлюсь, я вот фильм снимаю». Он такой: «Слушай, да ладно, ничего страшного, что со всеми бывает». Он ему чуть на чай, там, $5 дал или что-то такое. И сказал, когда узнал эту историю, очень долго смеялся, он очень любил ее рассказывать. И это, кстати, очень круто. И, кстати, по поводу актерской игры Скорсезе, не могу не вспомнить моментик, который вот у меня там вот есть, я этот кадр специально запечатлел. Это актерская игра в «Таксисте» самого Скорсезе. See the woman in the window? Do you see the woman in the window? Yeah. You see the woman? I want you to see that woman because that's my wife. But that's not my apartment. It's not my apartment. You know who lives there? Huh? No, I mean, you wouldn't know who lives there. I'm just saying. But you know who lives there? Huh? A nigga lives there. Feel like that. And I'm gonna kill her. There's nothing else. I'm gonna kill her. Now, what do you think of that? Я много раз смотрел этот момент, знаете. Не хочу никого обидеть, но вот в той конкретно сцене Скорсезе, у которого нет никакого образования актерского, он выглядел убедительнее, чем 95%. Ну, пускай будет 95% современных российских актеров. Вот когда я смотрю большинство российских фильмов, к сожалению, я не могу их смотреть, потому что актерская игра, ну, она прям чудовищная. Ну, для меня лично, мое мнение. Но вот если, ну, когда я посмотрел еще раз в кинотеатре в том году, по-моему, показывали «Таксиста», я еще раз пересмотрел, как же там крут Скорсезе. Ни на минуту не сомневаюсь в том, что он говорит. Я не знаю, что ему помогло. Его храбрость, страсть или невежество. Он вообще хотел другого актера, но тот не смог сыграть, поэтому он пришлось ему самому сыграть. Но это реально, блин, это реально сложно. Те люди, которые вот, те режиссеры, если вы вдруг хоть раз там в кадре пытались оказаться, даже я сейчас, мне немного тяжеловато, может быть. Даже несмотря на то, что уж у меня есть определенный опыт, этим занимаюсь там 4 года уже на камеру. Но все равно, каждый раз какое-то давление ты небольшое испытываешь. Оно, конечно, потом, может, проходит, а представьте, когда вокруг тебя целая съемочная группа. Там 20 человек, 30 человек. И ты еще режиссер. Ты еще не можешь себя даже оценить.
ты не знаешь, насколько ты хорош, ты только узнаешь это в проявочных. Ты даже на плейбеке не можешь посмотреть, как сейчас дубль. Все, что ты можешь, это или вот так вот пленочку посмотреть, или потом уже по фактам. Посмотреть все в монтажке, и ты уже ничего не сможешь сделать. С учетом того, что у фильма был очень маленький бюджет, они там снимали очень быстро, у них мало было денег. И то есть шанса переснять эту сцену вообще не было. Но реально там он выглядел очень круто. И потом у него уже появился, да, он во многих фильмах в камео появлялся, но, наверное, самая большая такая роль, прям такая именно, она у него была именно в «Таксисте» самая такая важная, не то, что там какая-то проходимая, так скажем, да, где он больше статиста какого-то играл. И это говорит о том, что он реально понимает, он реально чувствует актерскую игру, он понимает, что актерская игра идет изнутри наружу, она идет от мыслей, она идет от идей, а не от указания «сделай так» или «сделай так», что, собственно, и подтверждает эта цитата Харви Кейтеля. Ну и вторая история, про которую хочется сказать, она мне, наверное, больше нравится, это как раз на съемках «Банды Нью-Йорка». По-моему, я не помню, кто точно, то ли Скорсезе, то ли Ди Каприо хотели поужинать после смены. И хотели Де-Льюиса с собой взять. Де-Льюис вообще очень нетипичный актер, или, по крайней мере, хорошо его играет. Вы, наверное, многие знаете, что Де-Льюис, он человек, который довольно-таки закрытый, замкнутый, снимается мало и вообще на публике не любит появляться, и очень такой скромный, что для актеров довольно-таки странная, так скажем, вещь, по большому счету. И он вообще такой, знаете, очень такой, так скажем, домашний человек. И при этом он вообще, и они там... Скорсезе с Ди Каприо подходит к нему, говорит, ну пойдем. Он такой, блин, я не пойду. А дело в том, что вы, возможно, тоже наверняка, я думаю, знаете, об этом уж слагают легенды, да, что Де-Льюис очень не любит выходить из образа в момент съемочного периода. Ну, на площадке он просит называть его по имени его персонажа, то есть это прям жестко очень. Да, тот скажет, что это метод Станиславского, я не буду тут уходить в эти дебри, но смысл в том, что он никак, он всегда говорит, что меня нельзя называть там Дэниелом, да, называйте меня, условно говоря, в том случае Биллом или Уиллом, да, Уильямом Биллом. И поэтому он просто не хочет терять это ощущение, да, оно очень хорошо ему помогает. Он, возможно, даже после смены, он, возможно, и, не знаю, там, также ходит в этом же костюме. Он, может, и костюм не снимает. Это вполне было бы в его духе. Но и в итоге не хотел он идти. Но потом они его уломали, и он сказал с одним условием, что я буду в гриме и в костюме, и в образе. В образе... Уилла Мясника. И они приходят в кафе, сели, да, ну вы понимаете, вы, я думаю, смотрели «Банду Нью-Йорка», понимаете, кто такой Билл. Ну, этот человек, это Дэниел Де-Льюис в образе Билла. Он реально Билл, да, он сидит. И официантка кафе там или ресторана боялась подойти к этому столику, потому что Билл просто ее пугал до усрачки. Реально. То есть вы понимаете, насколько это... преданность актерскому мастерству, это тоже очень крутая история, она мне очень нравится, она очень вдохновляющая, знаете. Каждый раз, знаете, видеть кино Де-Льюиса, это, конечно, просто. Это величайшая, наверное, награда человеку, который вообще любит кино, ценит искусство, ценит вообще все вот это великолепие, которое может дать кинематограф. И, конечно, очень жаль, что Де-Льюис объявил об окончании карьеры, но, конечно же, это просто, это великий актер, тут ничего не скажешь. Ну и давайте теперь поговорим про визуал. Все-таки Скорсезе это, как и любой хороший режиссер, не только хороший в актерской игре, в понимании драматургии, конечно же, это визуал. Это великолепный визионер. И опять хочется вспомнить историю. Я сегодня буду рассказывать истории, свою историю. Я, когда работал в анимационной студии, я уже начинал там кое-что понимать. Я уже был как бы в индустрии, как сейчас модно говорить, да? И... я пересмотрел тогда «Отступников». Я уже был режиссером монтажа, по-моему, получается. Да, ну, по сути, да, я уже выпустил одну серию как режиссер монтажа. По-моему, и вторая у меня была на готове, что ли, или в процессе. Сейчас не помню. И я посмотрел «Отступники». Ну, пересмотрел «Отступников», конечно. Я уже к тому времени смотрел. И я пришел такой, знаете, в студию, в свой режиссерский отдел там. Там три или четыре режиссера, там, ну мы там, у нас команда, все-таки это, ну, это немножко другое. Все-таки анимационное кино, 3D, компьютерная графика, это немного другое. Там люди совсем по-другому себя ощущают. Это более командная даже работа, чем игровое кино.
Я пришел такой, но ногой выбиваю там дверь, говорю, блядь, этот Скорсезе, что это, блядь, за монтаж? Какие-то резкие склейки, вставки, что это за говно? Это Оскар за лучший монтаж? Тельма Скунмейкер? Да какого хуя я бы лучше бы смонтировал? И знаете, тогда Майя, девушка-режиссер, она мне сказала такую интересную вещь, которая вот, знаете, вот она отпечаталась в моей голове, и я вот каждый раз, когда монтирую сам, смотрю какой-то монтаж, я ее вспоминаю. Я вспоминаю ее слова, которые она мне сказала. Она сказала, важно, что ты чувствуешь. И знаете, я тогда изменил свое мнение, пересмотрел, и не раз еще с того момента пересмотрел «Отступников», наверное, раз три. И я понял, что да, это то самое. Это и есть то, что монтаж, это важно, что ты чувствуешь, что зритель чувствует. И здесь, конечно же, великолепная работа из Скорсезе и, конечно же, великой, великой бабушки Тельмы Скунмейкер, трехкратной лауреатки премии «Оскар» и, наверное, самый, наверное, уважаемый режиссер монтажа за всю историю кино, который, наверное, без которого вообще Скорсезе невозможно представить. Невозможно представить фильмы «Марти» без Тельмы, потому что с Тельмой они почти 50 лет монтируют, по-моему, со времен «Бешеного быка». Они какой-то документальный фильм, по-моему, про Вудсток или как-то он смонтировали. И затем со времен «Бешеного быка», если мне память не изменяет, ну, может быть, не «Бешеный бык», но не «Бешеный бык», но точно она «Таксист» не монтировала, но «Бешеный бык» точно монтировал, да, это великолепный монтаж «Бешеного быка», за который она получила «Оскар». «Оскар» за «Авиатор» и, по-моему, «Оскар» за «Отступников». Три «Оскара» как раз. И, конечно же, Тельма огромный вклад внесла, и, наверное, я буду много сейчас говорить про «Отступников», потому что это мой любимый фильм Скорсезе, и там очень много крутых визуальных решений, о которых я тоже, в принципе, уже говорил в отдельных видео, в отдельных роликах, но не говорил как-то цельно. Что мне всегда нравилось, вот вообще монтаж очень крутой в «Отступниках», это точно. Мне очень нравится начало, мне очень нравится решение скрывать в тени героя Джека Николсона. Мы видим персонажа Николсона в силуэте почти большую часть времени. И мы видим тот, этот самый скорсезовский закадровый голос, который на самом деле в конце мы узнаем, что он происходит там в разговоре Колина и Фрэнка Костелло. И затем в момент самой ударной фразы, которая является чуть ли не эпиграфом ко всему фильму, персонаж Джека Николсона выходит из тени на свет. Этот прием называется тональное выявление, это великолепное раскрытие персонажа. И это очень круто было сделано, разыграно именно в самый нужный момент. So they don't tell you in the church. When I was your age, they would say we could become cops or criminals. Today, what I'm saying is this. When you're facing a loaded gun, what's the difference? Hey? It's my boy. Criminal ballistics is the study of a projectile. И он раскрывается, и затем следует очень крутая склейка сцен, которую я, кстати, странно почему забыл включить в ролик по монтажу по звуку, потому что здесь тоже есть эффект с эхом, и давайте посмотрим этот момент. What's the difference? Hey? It's my boy. Criminal ballistics is the study of a projectile. То есть здесь мы видим, да, как My Boy, да, и здесь как круто идет такой прыжок во времени, которым ты визуально все понимаешь, да. Мы видели Колина в детстве, мы видим склейку сцен, My Boy, да, мой мальчик идет, небольшая вот эта реверберация, эхо, и теперь мы видим крупный план, такой же почти по крупности, по фактам, Колина, да, уже в исполнении Мэтта Дэймона, и мы понимаем, что это тот самый Колин, да, это тот самый человек, тот самый парень, который был в начале фильма, который теперь, он поступил там, да, или сдал там, уже сдал, получается, там экзамен, да, полицейскую академию, мы понимаем, что это засланный казачок. Посмотрите, как прекрасно построено это здесь визуальное повествование. Как оно сделано. Как мы перепрыгнули во времени, сделали это там без каких-либо затемнений, там, наплывов, сделали это прям стык в стык, да, но мы поняли сразу, что произошло. Мы поняли, что теперь этот чувак, он будет работать на мафию. И это все сделано одной склейкой. И великолепно вот этим скрытием в тени
герой Джека Николсона. Потом, если посмотреть, обратить внимание, Скорсезе, возможно, знаете, частенько использует голландский угол, да, ну, он, конечно, на самом деле не голландский, а немецкий, но так, ну, я уже говорил недавно в одном из роликов по этой теме, что это такая ошибка, с которой все смирились. Если посмотреть фильм, то голландский угол Скорсезе всегда использует в очень важные и эмоциональные моменты. То есть не как в этом ужасном фильме с Джоном Траволтой, где завален горизонт почти в каждом кадре, и ты тебя просто тошнит. А вот в каких-то моментах, когда герой получает новую информацию, в каких-то саспенс-моментах, да, вот этот самый знаменитый завальный горизонт в моменте, когда идет слежение, да, когда идет сделка Костелло, и когда полицейские следят, там есть завальный горизонт, такой очень крутой кадр, который отлично работает на создание этого визуального напряжения, потому что это момент, в котором Дэймон, герой Дэймона, Мэтта Дэймона, пытается узнать, кто же этот засланный казачок, кто работает на полицию в мафии Костелло. Или в момент, когда герой Ди Каприо там избивает чувака одного, и тот ему говорит то, что Фрэнк работает на ФБР, поэтому его никто не может никак поймать, потому что у него есть связи. И там тоже завальный горизонт выделяет эту новую информацию, которую получает Ди Каприо, и он понимает, что, блин, что он еще больше под колпаком, ему еще сложнее, что даже в полиции есть крысы, да, что он вообще никак не защищен. И как раз очень момент, который меня очень жестко разъебывал, это в начале фильма есть два таких очень своеобразных наезда, которые склеены между собой, и как раз я про них говорил, когда говорил, ну что это за вообще говно. И там тоже оператор был на студии, да, когда я говорю, в смысле, в анимационной студии. И он сказал, что тоже интересная вещь. Да, конечно, по монтажу это странновато, но он говорит, что мне кажется, что этих персонажей у них какая-то контра, да, что у них какие-то свои не состыковки, да, что они друг друга не переносят. И вот такие склейки, да, которым камера вообще с разностороннего движения, да, это называется, с точки зрения так, режиссуры, есть такое понятие континуум сближенности и континуум контраста. И вот этот контраст, который создает движения, да, выполненные в разные стороны, он отлично подчеркивает конфликт внутри между этими героями. И посмотрите, да, как это Скорсезе делает эту повествовательную камеру, когда движение камеры, да, на склейке сцены, оно создает новую эмоцию, да, в какой-то мере. Оно визуально показывает, что у персонажей друг с другом, так скажем, не лады. И это очень круто, конечно. И, соответственно, все вот эти нижние точки съемки, да, со всеми этими телефонами, да, которые мы видим в фильме, они отлично работают на момент, да, на драматичность момента. Скорсезе не использует эту ракурсную съемку постоянно. Он делает это только в моментах, в которых она нужна, в которых там какое-то сильное напряжение или саспенс. И это тоже очень круто. Это выдает в человеке мастера, когда он использует там такие, скажем, очень яркие такие визуальные приемы только в тех моментах, когда оно того стоит. И, конечно же, я очень люблю сцену погони Билли за Колином в Чайнатаун. Она очень круто смонтирована, она очень круто снята. И там есть очень прикольный момент, да, когда он в отражении вот этих штучек видит, этих как-то переливаются какие-то там зеркала, он видит Колина, да, очень красивый розыгрыш по сцене сделан. И момент, когда они в эту подворотню заходят. Если вы посмотрите, да, ранее, да, как вот машина тормозит перед Лео, и посмотрите вообще на все вот это, там очень плотный интершум. Звук довольно плотно звучит, да, там очень много всяких шумов, потому что оживленные улицы, вечер. И когда они заходят в поворотню, все сразу уходит в тишину, все становится тихо. А я вот в недавнем ролике вообще часто говорю, потому что тишина – это вообще одно из главных орудий саспенса. Вот здесь саспенс жутко вырастает. Они идут, он идет за ним,
И этот великолепнейший кадр с тенями, я обожаю этот шот, он просто охуенный. Когда мы видим, что герой Ди Каприо почти догоняет героя Дэймона, и, но мы понимаем, что Дэймон-то, мы не знаем реакцию Дэймона, мы не знаем, о чем думают персонажи, но мы видим эти тени, и эти тени только заставляют наш интерес, только провоцируют. И затем в этот момент звонит телефон у Билли, и они разбегаются. Это гениальный розыгрыш сцены. То есть зритель доходит до самой эмоциональной точки. И, конечно, зритель предполагает, он думает, что будет дальше. Он понимает, что сейчас будет прям вот мясо. Сейчас его накроет Лео. И тут этот звонок, блин. И как он громко звучит в этой тишине. Это и есть мастерство. Это великолепное мастерство человека, который понимает, как работает звук. Они разбегаются. Резкий монтаж после довольно-таки так плюс-минус спокойного. Осевой монтаж на героя Ди Каприо, да, вот эти три резких шота. Чик-чик-чик. Затем еще один вещь, ну, который просто, ну, если ты просто невеликий, ты никогда так не додумаешься. Открывается резко дверь, мы видим свет. Очень резкий звук там, открытие двери, там просто человек какой-то выходит из подсобки. И как это сразу... Прям, дух, прям тебя бьет, это прям такой мощный удар по голове. Дух. И в момент, когда вот эта вся тишина, все застыло, ты открывается эта резкая дверь, ты думаешь, дух, у тебя сердце, ух, это как в хоррорах, да, вот этот самый скример. А здесь у тебя, здесь это драма, здесь немножко по-другому, но это такой же скример, когда в этой тишине вдруг резко появляется такой, такой резкий шум. Дух. И потом происходит еще одна великолепная вещь, когда мы слышим шаги, мы видим шаги, но мы не видим, кто идет. Затем мы видим нож. Скорсезе использует дедуктивный монтаж, то есть он идет от крупных планов к общим, он нам не раскрывает пространство. Это провоцирует нас к вопросам, это открытая мизансцена, в которой мы не знаем, что там точно. Мы видим нож, мы видим напряженное лицо Дэймона. Он понимает, что сейчас он грохнет чувака. Мы думаем, это, наверное, Лео. Но мы точно не знаем, потому что нам показаны шаги. И затем идет удар ножом. Корсезе великолепнейшим образом на экране отъезжает. И здесь начинается очень жесткая напряженная музыка великолепнейшего Говарда Шора. И здесь пространство раскрывается краном на общем плане, и мы видим, что это какой-то там китаец, да, какой-то там человек, это как раз житель Чайна-таун или какой-то подсобный рабочий. Мы понимаем, что это не Лео был. И вот это напряжение, которое Скорсезе создает этими детальными, там, крупными планами, да, не раскрывая пространство нам, оно, конечно, здесь тоже великолепно. И эти шаги в тишине по лужам, и эта лужа там не просто так, она тоже добавляет этот звук в этой тишине. И все это очень тонко и круто сделано, и за это, конечно же, Скорсезе наконец-таки дали Оскар. И это действительно эталонная режиссура. И затем, да, тоже великолепное решение. Герой Мэтта Дэймона видит камеру. И Скорсезе, смотрите, как круто действует. Он эту камеру заявляет, он на экране поднимается, показывает кадр, да, с точки зрения камеры, да, со стороны камеры на героя Мэтта Дэймона. Крупный план, потом обратка, опять осевой монтаж из этих чу-чу-чу, да, который очень любит Скорсезе, который его часто довольно-таки использует. Ну, не то, что, наверное, Скорсезе, где-то Тельма, Скунмейкер, они вместе. И он выделяет эту камеру тремя этими... резкими вставками, кадрами, да, вот, вот этим осевым монтажом. И когда затем Ди Каприо уже с своего крупного плана он там выбегает, да, мы видим уже кадр с точки зрения камеры, да, наблюдения. И когда все это склеено так, да, по движению, это матч-кат, по фазе движения так называемый. И здесь мы видим уже Колина внутри, в полицейском участке, и мы понимаем, что он смотрит именно эту самую камеру. То есть Скорсезе подготовил зрителя к тому, что затем
он понимает, когда уже находясь в следующей сцене, что это Колин смотрит эту самую камеру, потому что он ее, во-первых, заявил, во-вторых, акцентировал на ней внимание с помощью реакции персонажа, а затем еще и с помощью вот этого осевого монтажа. И это все помогло ему понять, что произошло. Ну и, конечно же, нельзя обойти мимо эту великолепную сцену, где Колин звонит Билли. И это великое молчание в трубку. Я, в принципе, недавно уже в одном из роликов про тишину рассказывал про эту сцену. И вот здесь вот, блин, Скорсезе очень хорошо чувствует эту тишину. И это можно еще вспомнить, даже в Ирландии есть очень крутой момент, когда машина взрывается. И это, кстати, вот к вопросу об этих личных разговорах, про которых я упоминал, разговор Билла из «В бандах Нью-Йорка» с Амстердамом, там тоже нет музыки. И вот эта тишина, этот голос в тишине, да, он, знаете, он сразу звучит отчетливее, он сразу более тяжеловесный становится, он становится более акцентированным. Да, может быть, музыка подсказала бы эмоцию, да, как она часто бывает. Но Скорсезе все-таки, блин, знаете, он такой, более такой тонкий режиссер, да, несмотря на то, что он очень такой резкий, может быть, он очень таким, может быть, суровым, но все равно в нем есть эта тонкость, и он прочувствовал этот момент вот в этой сцене как раз с тишиной, да, в этой сцене погони. И в этой же сцене, которая построена, вот кажется, ну что там такого можно сделать, да? Ну два персонажа, один звонит другому, ну что тут можно сделать? А посмотрите, как это охеренно. Как ты видишь... Когда они смотрят, да, когда визуально кажется, что они очень близко друг к другу, мы видим два плана фаз. План фаз – это самый эмоциональный способ показать персонажа на экране, потому что он максимально открыт зрителю. И когда мы понимаем, что они, с одной стороны, кажутся как будто за счет склейки в одном пространстве, но с другой стороны, они далеко друг от друга, эти напряженные лица. И какой там тайминг идеальный скунмейкер выдает? Там вот идеальнейший тайминг заворачивается. И потом, когда герой бросает трубку, посмотрите, идет... на круговых долях движения на Дэймона, он понимает, что его, видимо, раскрыли, и это движение отлично этот момент акцентирует, и там какой тайминг. Тельма просто по тактам там бьет, там просто тух-тух-тух-тух. Прям вот каждая склейка стоит прямо вот в самом нужном месте. Прям он бросил телефон, оп-оп, и этот перекрестный монтаж. И вот казалось бы, ну что такого? Ну два человека, один звонит другому, они ничего не говорят. И вроде бы ничего не происходит. Ну какое же потрясающее напряжение. И здесь не нужна никакая музыка, и Скорсезе это понимает. И как это круто, блин. Ты просто как зритель сидишь, и ты слышишь, как ты дышишь. Твое дыхание тебе кажется просто очень громким. Тебе кажется, что это водопад, что твое дыхание водопад, Ниагарский водопад. Это самый громкий, шумный водопад. И это дыхание, ты думаешь, господи, боже мой. И они дышат, и ты слышишь, как они дышат. И это все... И ты видишь, как глаза их бегают, как бегают глаза Ди Каприо, и как круто Тельма и Марти растягивают этот момент максимально, насколько возможно, используют довольно-таки длинные кадры, там, по 3 секунды, но в них ничего, по сути, не происходит. И как это круто, блин. И это вот это вот то, почему Скорсезе просто величайший режиссер всех времен. Эта сцена отлично это показывает. И еще не могу пройти внимание... очень интересную, мной очень любимую. Когда героиня Веры Фарминги узнает о том, что Колин был крысой. Там очень интересный момент, она открывает, да, этот конверт Билли, который он ей оставил. Там есть запись, компромат на Колина. Она открывает, и когда Колин уходит, там очень крутой монтаж. Но это все очень круто так сделано, и это все так срывает этот ритм, все это великолепно тайминги Тельма монтирует,
И там момент, когда все, опять же, эти резкие кадры, где героиня вставляет магнитофон, там, эту кассету, там, чук-чук-чук, и потом идет очень длинный шот на круговых рельсах. И это как раз такой очень интересный прием, когда ты сначала показываешь события фрагментированно, да, таким резким межкадровым монтажом, а затем ты переходишь на очень длинный лонг-тейк, да, такой длинный дубль, который ты снимаешь длинно, непрерывно. И дело в том, что когда ты после этих резких кадров, там, которые очень быстро длятся, ты показываешь, что это такой очень длинный, он становится очень акцентированным. И обратите внимание, как эта камера еще выезжает. Она со спины героини, как раз есть определенный акцент на наушники, и она постепенно выходит на кадр фас, на самый эмоциональный способ показать персонажа. И как раз в этот момент героиня все понимает. И это очень круто. Это, опять же, великолепная режиссура, когда ты бам-бам-бам, детальками-детальками, а сейчас ты такой длинный такой шот одним кадром. И именно было важно именно одним шотом снять все это. Почему? Потому что здесь очень эмоциональный момент. Я не представляю, как можно было его монтажно разорвать. И Скорсезе тут очень крутую вот эту идею, именно вот этого проезда на Долли, она очень крута, потому что ты понимаешь, что ты не можешь разорвать, тебе надо или наезжать на персонажа, потому что это очень важная информация. И как раз эта камера, которая выходит таким образом, это великолепное решение, потому что она лучшим образом эмоционально рассказывает историю, да, то есть мы начали с затылка, с эмоционального отстранения, и камера все больше движется к фас, все больше движется к героине, и как раз зритель в последней точке, он смотрит на лицо ее, как будто она стоит перед ним. И это великолепное решение. Это то, за что дает Оскар за режиссуру, и в том числе за монтаж. Ну и хочется сказать напоследок уже больше, наверное, о деятельности по последних таких инфоповодах Скорсезе. Это как раз-таки знаменитая его цитата про Марвел, где он критиковал Марвел в каком-то году, был, наверное, в 19-м, то ли 20-м, 19-м, наверное, уже точно не помню. По-моему, в 19-м, наверное, он это сделал, назвав там Марвел там чуть бы недостойными того, чтобы называться кино. Но, знаете, я скажу что. Я в целом-то поддерживаю позицию Скорсезе, но с одной оговоркой. Знаете, на каждое кино есть свой зритель. Я не могу критиковать, ну, вкусы людей, которым нравится Марвел. Мне не нравится Марвел, но это моя личная позиция, потому что я на другом кино вырос, и мне другое кино заставляет меня сопереживать, заставляет меня проявлять эмоции, заставлять меня там плакать, смеяться, грузиться, думать о своей жизни, да, после просмотра фильмов. Марвел меня этому не заставляет, я просто не смотрю это кино, оно не трогает меня. Оно может трогать каких-то людей, в этом нет ничего предосудительного, в принципе. Наверное, Скорсезе очень жесткую позицию, наверное, занимает. Но, с другой стороны, я его понимаю, потому что франшизы реально сейчас захватили мир. И дело в том, что я, в принципе, об этом говорил, по-моему, в первом смолтоке, когда говорил про «Властелин колец», я говорил о том, что продюсеры боятся рисковать. Потому что дело в том, что, возможно, я думаю, вы знаете, что франшиза зарабатывает, в том числе Marvel, зарабатывает большую часть денег не на кассовых сборах, а на игрушках. То есть, по факту, эти кассовые сборы, которые там мы все любим читать, миллиарды там и так далее, они... Это просто такая сопутствующая, скорее, прибыль какая-то. То есть, главная прибыль – это мерч. Это игрушки и так далее. По сути, фильмы нужны для того, чтобы поддерживать интерес, чтобы люди опять шли покупать, там, шли в Диснейленд и так далее. Поэтому продюсерам, да, невыгодно тупо брать какие-то оригинальные истории. Для них это, ну, нафиг им это надо. То есть, даже если взять крупные студийные проекты последние, которые там выстрелили, Джокер, да, там, например, который, да, там, пахнет духом скорсезовского таксиста. Но это, опять же, не оригинальная история. У нее очень большой бэкграунд. Это, конечно же, фильм «Темный рыцарь» Нолана, в котором был Хит Леджер и персонаж культовый. Но при этом я хочу вспомнить, есть фильм, великолепный фильм, который вы все знаете, смотрели, а может и не раз, «Семь Финчера». И вы знаете, наверное, эту историю, когда Финчер и Брэд Питт отстояли концовку, оригинальную концовку, которая была вот с этой головой, да, которая была плохой концовкой. И при этом, если мы посмотрим на сборы 7, да, с этой плохой концовкой, то мы увидим то, что там, там при бюджете там 35 или 25, сейчас не помню, цифры я вам тут приведу графикой, фильм собирает что-то там 250 в прокате. Вы понимаете, да, 95-й год. Фильм с такой концовкой, очень сложный, очень тяжелый, очень драматичный фильм, который не каждый бы посмотрел, набирает такое количество прокат. А теперь представьте, возможно ли в наших современных реалиях
собрать такой фильм в прокате? Сможет ли такой фильм, как «Семь», вообще выйти? Сможет ли кто-то реально рискнуть и дать столько денег на такой фильм, как «Семь», который соберет там 250 лямов? И действительно, франшизы вытесняют кино, и в этом плане я с Скорсезе согласен. Сколько он там горел идеей снять «Ирландец»? Сколько он сделал проектов для Paramount, сколько он сделал для этой компании, да, сколько он сделал там для других компаний, там, не знаю, Weinstein Company и так далее. Понятно, что там сейчас уже ее нету, но он давно же хотел снять «Ирландца», и он принципиально хотел снимать именно с Де Ниро, хотел это омоложение, да, делать. Это очень сложная, дорогая технология, которая в целом, на мой взгляд, получилась-то не очень-то и хорошо, несмотря на все. Но Скорсезе был бы не Скорсезе, если бы он все-таки сдался, да? Но это чувак с яйцами, стоит сказать. И что вот человек, который будет идти до конца, будет идти напролом, это то самое невежество, да? Третий пунктик того, что нужно для того, чтобы снимать фильмы, да? Храбрость, страсть и невежество. Вот это самое невежество помогло Скорсезе, и ему дал деньги Netflix. Но я опять же хочу сказать, как я говорил в смолтоке в самом первом, что Netflix дал ему денег не потому, что они такие хорошие и замечательные, а потому, что они завлекают одного из самых гениальнейших режиссеров за всю историю кино себя на платформу. И, конечно же, они понимают, что это возможность для них получить этот заветный Оскар, который для них очень важен, чтобы показать, что показать этот престиж, да, то есть вы знаете, да, наверное, что крупные студии, они делают проекты на прибыль, и у них есть определенные проекты, которые они выдвигают на Оскар. Они их специально, по сути, снимают для того, чтобы просто кинокомпанию на Оскаре представляли. И, в принципе, случай «Ирландца», да, основная ставка 2019 года на Оскар от Netflix, она была именно на него. Поэтому, в принципе, там нет ничего такого, что вот прям вот Netflix такие прям хорошие и добрые люди. Но пока что они дают возможность, да, кинематографистам реализовывать свои проекты мечты, дают им деньги, дают им большие деньги, там на «Ирландца» что там вообще колоссальное количество денег ушло. Что-то там, возможно, под 200 миллионов со всеми там плюсами, минусами, да, съемами, пересъемами и со всеми графическими историями. Но дело-то в чем? Дело в том, что заслуженный мастер Мартин Скорсезе не может найти деньги на свой фильм. Я понимаю, что он снимает эпично, я понимаю, что ему там меньше 100 лямов, наверное, ты вообще там, ну куда мне меньше 2 месяца, меньше 100 лямов. Ему, наверное, просто с его уровнем проработки истории, с его уровнем погружение в фильм, конечно же, ему надо много денег, это понятно. Но когда ему не дают столько денег, и когда выходит какой-то Marvel, которому дают денег, я понимаю, что, согласен, что Marvel, с точки зрения что он действительно больше принесет денег, да, это подростки, это все мерч и так далее, понятно, что тут разговора какого-то нет о том, что вот, что понятно с точки зрения финансов. Но знаете, человек, по-моему, заслужил право того, чтобы снимать фильмы. Чтобы снимать фильмы, которые ему нравятся. Он заслужил это право. Он the greatest of all time, да? Но ему этого не дают, и, конечно, я понимаю, что я понимаю его такой праведный гнев в этом плане. И действительно, очень сильно вот эта вот гегемония Marvel очень сильно ударяет по кино. Это разнообразие, оно сужается. Потому что, да, тот знаменитый анекдот, который я в первом выпуске Smalltalk рассказывал. Сценарист отправил продюсеру сценарий, тот его прочитал и говорит: слушайте, у вас, говорит, великолепный сценарий, жаль, что не сиквел. И как раз вот эта вот борьба Скорсезе, в какой-то мере, ну, можно сказать, что это борьба Скорсезе, со всем этим засилием, да, его резкие высказывания, я их понимаю, в принципе, по большей части разделяю, потому что действительно много очень крутых фильмов, в том числе и фильмы Скорсезе, да, они оказываются на задворках, они оказываются никому не нужными. Но нам, и опять же, ну, на мой взгляд, они более живые, они более человечные. Они действительно про нас, про людей. Фильмы Скорсезе, они про нас. Неважно, там, если там оружие, пистолеты или христианская тема в молчании. Или, я не знаю, там, тема бильярда и реализации себя в фильме «Цвет денег». Кстати, очень хорошее кино, всем рекомендую. Не самый известный фильм Скорсезе, в котором Пол Ньюман великолепно играет. Это фильмы про людей, которые также боятся, также хотят любить, также хотят получить что-то, также хотят чего-то добиться. И в этом они похожи. Они как мы. А в Marvel, ну, это немного другое. Это супергерои, которые ты знаешь, что они победят. А фильмы Скорсезе ты знаешь, что скорее всего, чувачок-то, наверное,
наверное, таки откинется в конце фильма. Или там что-то произойдет с ним. И ты понимаешь, что вот это вот все равно непредсказуемость. И предсказуемое в целом Марвел. Я понимаю, что, ну, жизнь, знаете, она непредсказуемая штука. Ты вообще никогда не знаешь, что будет, в принципе. И в этом плане Скорсезе для меня более приоритетный. Я знаю, что он мне больше эмоций даст. Я говорил о том, что эти концовки испепеляющие, эти плохие концовки, они трогают меня больше. И, на мой взгляд, они трогают больше. Потому что они заставляют задуматься. Мне нравится выходить из кино или посмотреть кино, если нет возможности посмотреть в кинотеатре. Я выхожу, и я, знаете, в такой... фрустрации. Я понимаю, что мир для меня немного не существует, я иду на каком-то автомате, я думаю о том, что я увидел, я думаю и об этих героях, я думаю о своей жизни, я пытаюсь сопоставить, подумать. О... Я чувствую вот эту эмоцию, вот эту теплоту после окончания фильма. И вот во всех фильмах Скорсезе она у меня есть. Кстати, я запустил хэштег после того, как Скорсезе сказал весь этот прикол. Я запустил хэштег такой небольшой «Ямы Мартин Скорсезе». Знаете, вот у нас же был там «Ямы» кто-то там с каким-то актером, которого там посадили за что-то непонятно за что. И я вот запустил этот хэштег «Ямы Мартин Скорсезе», в котором там призывал «Долой Марвел». Я, конечно, в шутку это делал частично. Но все-таки в чем-то и была доля правды, так скажем, моей правды, кинематографической правды. И знаете, вот когда ты видишь все концовки фильма Скорсезе, каждый раз они тебя трогают. Меня они очень трогают. Меня трогает то, что в них происходит, меня трогает история, меня трогает эта невероятная погруженность, которая достигнута в том числе тем, что Марти все-таки, ну, где-то раз в 3 года в среднем, да, выходят его фильмы. И меня трогают эти концовки, в которых я вижу людей со своими слабостями, со своими недостатками. Потому что они похожи на меня, я тоже так же не идеален. Я тоже не такой, каким бы, может быть, я хотел бы быть. Или я тоже совершал там ошибки, совершаю ошибки. И когда ты видишь людей, реальных людей, ты переживаешь им как человек человеку. В этом проявляется, наверное, какая-то человечность, которая, возможно, недоступна в реальной жизни, когда ты боишься, скрываешь свои чувства. Но в кино это ты можешь сочувствовать тем, кто тебе дорог. И все эти там 2.5 часа, 3.5 часа часовые фильмы Скорсезе, я не считаю их скучными. Потому что я знаю, что когда я вижу эти 3 заветных слова, фильм Мартина Скорсезе, я понимаю, что 2.5 часа, 3 часа, неважно сколько времени, но я буду смотреть хорошее кино, я буду жить в этом мире. Потому что со Скорсезе не бывает иначе. Потому что это страсть, это храбрость и это невежество. Они тебя увлекают. И ты растворяешься в этом мире. А затем, возможно, даже и не понимаешь, как прошло время. И знаете... Я не знаю, сколько Скорсезе осталось жить, все-таки он не молодой уже человек. Но каждый раз, когда я вижу его новый фильм, я думаю о том, когда я вижу эти финальные титры, когда уже он заканчивается, я думаю о том, ну хоть еще бы один. Еще бы один фильм. Ну хоть еще бы один. Ну хотя бы еще один, Мартин. И каждый раз мое сердце переполняется искренней радостью, когда я слышу, что Мартин Скорсезе выпускает новый фильм. И когда я знаю, что «Убийца цветочной луны» выходит в этом году, там вроде бы на Apple TV, но он выйдет там в кинотеатрах, там, на Apple TV, ну, в России так какие кинотеатры, забудь. И я знаю, что там Де Ниро, там Лео, там даже Вестерн. Вестерн — это вообще моя страсть. И я знаю, что там большие деньги, 120 миллионов. Не потому что, знаете, о, охеренные деньги, а потому что я знаю, что Скорсезе это надо. Потому что он может из этих 120 сделать то, что не сможет за 300 сделать никакой блокбастер. Он построит целый новый мир, он не будет использовать там хромакеи, ну там может там волом использовать, но он по-честному все будет строить, эти локации. И в этом его принципиальность, и в этом его невежество. Это именно то, что заставляет его использовать очень много денег на фильм, но... Знаете,
в этом невежестве, да, нет порока какого-то, да, в котором принято рассматривать невежество. В этом невежестве есть что-то прекрасное. Сегодня, 17 ноября 2022 года, Мартину Скорсезе 80 лет. Хочется пожелать Мартину, чтобы эта его храбрость, страсть, невежество было с ним до конца его дней. Потому что на этих трех вещах, наверное, держится все то кино, которое, как минимум, люблю я. И я надеюсь, что так будет продолжаться как можно больше.